Мы хотим вот узнать, как вы относитесь к передвижным зоопаркам и дельфинариям. Я плохо отношусь к зоопаркам и дельфинариям, потому что я считаю, что животные должны жить в своей естественной среде обитания. Да. А вот некоторые говорят, что за ними там ухаживают и кормят их правильно. Ну, то есть все равно не приветствуешь, да? Нет. Вот черноморские у нас, да, скоро? Вы об этом, да? Вот животных перевозят с Краснодара. Я не знаю, зачем им Владимир в такое село возить и мучить бедных животных. Ой, я не знаю. Наверное, кому-то это надо, особенно там, где нет ничего. А самим животным, вот как думаете, где лучше все-таки быть? Нет, я поняла ваш вопрос. Да. Это надо было. Конечно, им лучше на воле. Живая природа. Ну, нормально. Нормально? Да. Просто есть мнение, что там животные получают стресс во время переездов, да, и вообще это и вредит их психике какой-то. Ну, я думаю, что во время переездов вредит, конечно, стресс есть. Я не могу конкретно что-то по этому поводу сказать. Ну, я не защитник животных, не знаю. Это издевательство над животными. Я не хожу и не вожу своих детей, внуков. Мне их просто, я плачу, но это, мне жалко этих животных. Ободранные ноги, лапы, ни воды, вообще не надо. Есть вот люди, которые считают, что это отличное развлечение для детей, что вот их здорово там сводить на выходные, дельфинарий. Что таким людям можете сказать? Считаю, что детей нужно вывозить на море и показывать дельфинов в их природной среде, чтобы действительно дети понимали и своим будущим детям передавали те же знания. Знаете, когда я маленький был, я очень положительно относился. А сейчас мне жалко дельфинов, понимаешь, честно говоря, да. А для детей, для познания, конечно, как-то надо обязательно сводить их туда и показать. На самом деле мне это не очень нравится, потому что я считаю, что это издевательство какое-то над животными. Вот. А есть люди, которые считают, что это отличное развлечение для детей, что можно вот сводить их туда в выходные. Что таким людям можете сказать? Нет, для детей это действительно классное зрелище, но можно же не возить животных, а возить детей. Например, в другие города, где для животных все культурно сделано. Мне нравится, когда такой, знаешь, национальный парк бывает. Не передвижной? Нет, да, когда большая территория, хорошо там животным. Знаете, везде жалко. Я животных люблю больше, наверное, чем людей.